Впервые в практике Вооруженных сил России во время тактика специальных учений инженерных войск проводится военно-патриотическая акция «5000 километров по водным путям России». Она представляет собой переход военнослужащих по Волге на понтонах. 1 июня участники акции пришвартовались в Ульяновском речном порту. Маршрут, если в общей сложности взять, то порядка 5000 километров. Этот маршрут, этот паром движется с Уфы и до Волгограда. И там, соответственно, будут проведены памятные мероприятия в честь начала победы, в честь начала Великой Отечественной войны. Акция стартовала в Уфе. Гостеприимные ульяновцы встретили уникальную экспедицию военных инженеров с хлебом с солью. Далее состоялись возложение цветов к памятнику защитникам морских и речных рубежей России в годы Великой Отечественной войны и церемония спуска венков на водную гладь Волги. Ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации инженерные войска таких больших переходов не делали. Это в первый раз. Спасибо вам за гостеприимство. После официальной части всех гостей мероприятия пригласили на борт импровизированного музея на воде, где участники перехода показали все современные средства вооружения, которые есть в инженерных войсках. Костюм сапера, тоже откатанный у нас, получается, Сирийской Арабской Республики. В принципе, композитная броневая защита, нагрудник. Класс защиты какой? Класс защиты 4. Ульяновцам показали различные виды специальной экипировки, современные средства поиска, образцы робототехники, сирийскую экспозицию с трофеями. Акция завершится 22 июня, в День памяти и скорби, в Волгограде, где военнослужащие Центрального военного округа примут участие в акции памяти на территории памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.